сегодняшний день в рамках нашего договора завершены центральные улицы. Уже сейчас приступили к дворам в рамках нашего договора. Завершили работы 7.38, 7.50, асфальтные работы завершены. Сейчас завершается, продолжаем работу 7.83. На этой неделе приступим к работам 1.32 двор. Через неделю, полторы, мы тоже туда приступим с асфальтом. Там парковки предусмотрены, там детские площадки предусмотрены везде. В рамках нашего договора вот 4 двора, которые из них 3 мы сейчас практически, ну 2 завершили, и третий сейчас завершаем асфальтированием. Четвертый на днях начнем работу. А в рамках среднего ремонта на 9-м микрорайоне в рамках нашего договора мы завершили все работы. По среднему ремонту у нас входит в работы фрезерование, выравнивание оснований и вверх обратно этот укладка асфальта. Техникой проблем нет, с работниками тоже, все в комплекте, все в стандартном режиме. Завершение работы у нас конец сентября. Сейчас завтра, послезавтра приступит к установке МАФов, малых архитектурной формы, тренажеров, детские площадки будут устанавливать, там, футбольную площадку начнут устанавливать тоже. Вся эта конструкция, там тренажерки, все это уже здесь, она стоит. На днях начнем монтажные работы по спортплощадкам, детским площадкам, по всем этим. То, что предусмотрено в рамках нашего договора. У нас в договоре указан до конца сентября, но мы постараемся в конце августа завершить все виды работы нашей.